вниманию по-настоящему солнечный, горячий и информативный выпуск. Вот, в этом, ребята, сюжете мы пообщаемся места, с пенсионерами-иностранцами. Это Паттайя, да, Дим? Вопрос, да, это мы как раз ходили там, снимали выпуск, собирали у них интервью. Пообщаемся с местными коренными тайцами. И что они, а тебе думают, интересно, знаешь, смотреть с точки зрения места, что там по-любому ты все знаешь. Ну да. Поэтому можно будет. Не, ну приятно, Дим, что и Таиланд тебе понравился. Часто, да, посещал ты Таиланд? Ну, блин, раз, ну, много раз было. Много раз. Да. Что ты здесь снимаешь? Так, Артурий, возьми, пожалуйста. Давай, сумочку. Ты в моем дворике? Я помогу вам, Эндрю. Андрюх, стой, подожди, так, это у тебя, может, что-то надо будет? От этого предлагаю, пойдешь, просто подкидывай, поедешь. Ребят, всех приветствую, всем я очень рад. Это, кстати, выражение Дима очень хорошо запомнил, с него именно ко мне и подошел. Говорит, Артурий, смотрю твой канал, и прямо это вступление произнес, повторил. Блогер знаменитый по Москве недвижимость снимает. Приехал к моему другу Эндрю в Калугу. Вот совместно работают, что-то снимают, какой-то материальчик. Ну, я тут подсуючусь под шумок. Надеюсь, никто не будет против. В вашем доме жил человек. А где работал? Он где работал? Очень интересно, где вы работали, Андрей? Бабушка интересуется. У нас такого не было. Андрей, Андрей не было у вас? Андрей был? Не война ли то? Не переживайте. А? Не переживайте. Что это... он там стоит? Около наших машин. Вот, да вы не переживайте. Вот этого, а я не знаю. Не его, знаете? Смотрим, он с аппаратом что это говорит. Андрей, как? Не знал никакого. Что там они решают-то проблемы? Вы не переживайте, ничего. Да не я просто... ничего. Да что они говорят? Видеоролик снимают. Пятерочку? Видеоролик. Видео просто а снимают. А чему посвящен? Ну, посвящен тому, что... Нет, вот... мы просто мы сидим, ну, мы здесь живем. Ну, подожди, тараторка, человек объясняет. Да, просто, что старые дома, что они переконструируют, строят новые нет, дома. А вот, слушай, а он, это новые подожди, дома. Поставили он эти херни, вон эти детские, ага. И ничего не делают. Вот бы позвонили бы куда. А, ну все, сейчас, когда они закончат, мы этот вопрос затронем. Нет, хорошо? На самом деле... Знаете, что затроньте? Вот, вот, дворники не топы. Убирают детскую территорию. Куда же дели вот? Дворники не убирают детскую территорию. Я сама подметаю ее. Yes, бесплатно. Yes. Вырастили выше вот топы, одни корни, детская площадка. Mm. Вот это обязательно у вас. Ладно, подснимите. Ладно, не переживайте. Хорошо, эту тему затронем. Вы обязательно где-нибудь там учтите. Хорошо, пойдем, хорошо. Пойдем. Спасибо. А вы никакого отношения не имеете к чему? К дому, который будет за Красным строиться? Нет, никакого отношения, пока только к этому имеем отношение. Вот к этому? Да. Угу. Не переживайте, если что... А что его, папа, что ли, здесь жил? Да, его родители в этом доме жили. И живут в данный момент. А кто же это такой? Вот парень стоит в зеленой футболке перед вами. Вы должны и знать. Чем он отличился? Ну, пока ничем, пытается отличиться. Ну, это... Ерунда. Сделать лучше для своих. И закрыто. У Эндрю спасибо, блин. О, как директору открыл. Вырывать зеленый. Ладно, вырублю. Так, что-то лошади не нравится уже. Нет, я ее затягиваю. Это ей не понравилось, да? Ну, я ей под кругу затягиваю, просто она стоит, я ей под кругу расслабила. И она так копытом, да, по асфальту бьет? Так она попрошайник. Попрошайник, чтобы дали, да, что-то за это ей? Да. Ясно. Туда. Девушка, а что обычно лошадь просит, даете, когда она попрошайничает? Ну, так они кушают всегда дома, но так они любят морковку или... Яблочки. Пошли. Буду в курсе. Надо будет в следующий раз яблочек принести лошади. Не знал, что они попрошайки у вас. Опасно. Дим, был опыт вождения лошади-то уже?
Нет. Не было? Поехали. День воскресный, день чудесный. Зачем покупать квартиру в Москве, когда есть другие замечательные города? Чем удивить всех нас, особенно это его квартира. Ведь мы с вами очень часто говорим про его квартиру. Поэтому не переключайтесь. Ну ты погнал, да? Дим, страшно, нет? Страшно? Бля, немножко да. Я просто, знаешь, я насмотрелся видео, когда лошади убегают. Я думаю, сейчас она даст, потом где меня? Так, что? Так? Малышка хорошая. Тот мы должны. Ребят, парк наш городской. В парк вот идем. Место очень красивое, и даже в жару тут всегда прохладно. Вход в парк, такие высокие. Эндрю, а куда ж ларьки делись? Помнишь, тут всем торговали? Вон там открылась кафешка. Мороженое, да, вот тут осталось. Вон собор у нас очень большой, ребят, тут. Собор, который красивый у нас, очень высокий, старый. Блин, почему я на дорожке вижу только одних блогеров? Больше никто тут не ходит сегодня. День такой, да, какой-то? Праздник блогера. Творческий, я бы сказал. Творческий, не да. Праздник, да, а творческий выпуск. Собор бы немножко поснимал бы, или не будешь даже? Снимает, да? Ребят, вот как собор смотрится с этой стороны. Красивый, его отреставрировали, купола сделали. Смотрите, одни корни детские, площадка, вон корни, и вот корни, и там корни. И посмотрите, какой он вырос. Пусть люди снимут, потом побеседуем с вами насчет корней, да, и насчет деревьев, которые сильно выросли. Вот, пусть их... А я с ней уже пообщался, мы уже обсудили. Это ясно. Управление. Ну, не переживайте, видите, добрались до вашей площадки, сейчас здесь все поснимаем. Ну, как он, давайте немножко в сторону отойдем, мы просто с вами будем мешать ребятам. Вот. Вот, одни корни, вот. Все. Одни корни. Ясно, учтем это. Ладно, хорошо. Хорошо. Бабушки пенсионеры, ветераны труда. Хорошо. Ветераны войны. Хорошо. Дети войны. И уже на нем устраивают. А, все. Покажите, что ты снимаешь. Сейчас. Публикую. Я посмотрел его подкаст, там вообще по-другому разговариваешься, как человек. Действительно, прям уважение вызываешь. Очень простой, и ты добрый. А тебя нету, знаешь, от тебя не страшно смотреть. Как бы он там начинает какие-то вопросы задавать, там, куда там минус, еще что-то. Ну, да. Такой, знаешь, как бы с тобой какую-то рыбалочку сходить, что-нибудь там рыбу почистить, еще что-то. Ближе к нам до рыбы. Спортом позаниматься, то есть прокачать ты точно можешь. 53 года, да? Это я вот людям 53 года. Людей это 40 лет. Значит, давай снимай. Сейчас угаишник туда в одностороннее движение проехал. Где здесь, Эндрю, это было? Судимо, да, а второй раз здесь за этим. Подставили, когда тебя. А че он вперед? А ты его, кстати, не встречал после того, как вышел? Пока не надо про него нигде не было. А, понял.
Так, это вот у нас рек-центр. Дим, что касается тебя, вот здесь у нас квартиры регистрируют в Калуге. С левой стороны. Вот это регистрационный центр. Рек-центр, а мне послышалось рек-центр. Не, рек-центр. Здесь рек-центр. Красивый, что уютный такой городочек. Да, зеленый, да, весь такой. Справа. Вот только-только это новое все построили, видишь? А вон парк, куда мы сейчас едем. Гордость Калуги, вот этот, да, каменный мост, да. Он высокий, охренеть какой, вниз, если удастся как-то поснимать. Очень высокий. Там деревья закрывают даже, какой высоты он. Это все очень старинные постройки. Да, старые. Восстановленные. Архитектура наша. Справа сейчас в парке прям, Дим, собор такой здоровый, офигеть. И в соборе, представляешь, обычные службы проходят. Вот он собор, Дим, а службы не должны в соборах проходить. Это только когда владыки приезжают, они могут службу там служить. А у нас простые прихожане ходят туда службу служить. Да, вот теперь, ну, как там, сюда можно поворачивать вообще? Или нельзя? Можно, можно. Можно поворачивать, да, можно. Тут, блин, дерево. А чё, я так же ездил. Вот, нам надо где-то здесь припарковаться, и все, не врать голову. А, ну давай, добро. Эндрю, я же снимаю все эти рабочие моменты-то. И про архитектуру тоже. Для своего блога дырявого? Конечно. Дырявого. А я не сказал дырявого. Ты что, не договорил, надо дорогого, было? Дорогого. Дорогого. Дорогого не... 30 тысяч, нихера себе там стоит зарекламировать. Слушай, ребят, вот в Калуге у нас такая, смотрите, в парке смотровая площадка. Отсюда какой вид красивый. А карика наша. Вот мост понтонный там поставили. Вот такая красота. Мост вот на правый берег. Город у нас на два разделяется берега. Правый берег так и называется, и левый берег Калуги. Еще с собой, да. Тебе большое спасибо, что мне? Заплыл в Калугу к моему другу Эндрю. Что... Артур, ты следующий. Следующий, ну ты мне уже говорил, ага. Все, мы теперь с Артуром следующий выпуск. Да, будем. Ребят, Дима собирается на рыбалку приехать. Также я его, как всех, кто ко мне, друзья, приезжает, заселяю в хороший отель. Едем на рыбалочку в Козельск, на карпа, на щучку. Отдохнем, время проведем. Эндрю с нами. Готовим. Да. Все, Дим, обещаю тебе, мы тебя ждем, будем встречать. Так что давай время для нас удели, для Калуги обязательно. На этот. Июль месяц. На июль, да, приблизительно? Да. Ну, отлично. Ребят, вы слышали, что бабульки оплетали? Просят порядок во дворе навести. Разобраться с домами. Почему в новое жилье не заселяют? Так что быстренько они подсуетились. Видеосъемку тут разглядели. Говорят, помогите нам. Аристарху? Аристарху. Алистарху. Алистарху.
Говорят, зеленой рубахи не может быть. Мы а кто вот это дерево видали. Вам посадил? Мы его ни разу не видали. Нет, ни на ясную, никого. Это он сажал. Тетя Рая, вы должны знать. Вы мы все здесь живем 3-6 лет. Вот приглядываемся, не знаю. Подписчики в родном дворе уже не узнают. Время сильно поменялось. Андрея могут узнать. Дубай, Андрея боятся. А ты сажал это дерево? Вот тебе надо ликвидировать его срочно. Почему? Ты зачем посадил такое дерево? По всему двору пустил. А чем корни мешают? Да. Чем корни? Ой, Эндрю, ну у нее спроси. Вот давай бабушке задай вопрос, подойди. Чем? Детская площадка и такие. Падаю, коленки сшибаю. Бабуль, получается, наш друг виноват в этом? Да. Виноват. Разоблачение Андрея. Как фамилия? Алистаров. Или Алистархов. Алистаров. Фамилия? Андрей. Андрей. Да. Квартира номер. Имя Алистаров. Квартиру не скажу. Че, мой шпион? Ну вы понимаете, он посадил дерево, хотел хорошее вам сделать дело. Какие деревья во дворе не сажают? Вот рябинки мы сажали. Все, то есть большое такое не сажать больше. Ликвидировать. Спилить, да, предлагаете? Да. А дом управления увезет. Ну давай подумаем. А нравится мой друг-то вам? Помогите нам. Я собираюсь вам помочь, но что скажет мой друг Андрей? Он же сажал. Андрей, да. Помоги. Спилить дерево? Спилить, распилить. Да, а но, остальные, да оно не мешает. Они. Это вы придумали. Корни, посмотрите. Зато тень какая падает детская от дерева. Площадка. Вы в тенечке сейчас сидите, отдыхаете. Светило бы вам. Вот клен хорошо. Клен, да? Да. Не нравится дерево, да? Нет. Был здесь он, правильно? Да. Мы его знали маленьким пацаном, он вел. Хорошо он себя вел? Я Алистархов сын. Ленкин. А вел себя хорошо? Хорошим не мальчиком рос. Воспитан нормально. О, говорят, хорошим мальчиком рос, Эндрю. Рос хорошим, вырос не очень. Из-за того, что дерево корни пустило на виду. Детские площадки, вон. Фильм документальный снимаем, известность. А мы его не смотрите, одни корни. Ну, наш друг Андрюша виноват в этом, вы считаете? Виноват. Ну, будем тогда с ним как-то беседовать. Все, спасибо вам, до свидания. До свидания, спокойствие.